Ну. Да ну чё, за двадцатку? О, Опа! Ну? ну. Да! Тихо! Да, танчик Да, едет, восьмой. Итак, приветствую вас, друзья. Меня зовут Саша, вы на канале Князь, и сегодня у нас World of Tanks, и я не выдержал. Там эти большие коробки, вот эти вот все дела. Меня, короче, Андрюха подбил. Рылев говорит, там можно хорошо так навариться всякими ништячочками полезными. Здорово, Андрюха. Вот. Здорово, всем привет. И, короче, чтоб наверняка буду сразу. Ну, знаешь, вот если ты заядлый танкист, то ты копишь весь год деньги, чтобы их потратить на Новый год, на новогодние коробки. То есть это самая максимальная выгодная покупка в танках. Это не как у нас там в каждом обновлении в битве замков что-то покупать. Здесь раз в год копил, вложился там 2, 3, 4 тысячи за год, накопил, вложился, и все, тебе просто этого халявы, этого буста хватит просто на весь год. Ну и к тому же здесь куча эксклюзивов всякого, которые ты просто так за реальные бабки ты не купишь. То есть ты думаешь, вот 20 коробок прям вот хорошо будет, да? Ну, 20 среднячок. Не максимум, но среднячок. В зависимости от того, что еще падать будет. Ну давай попробуем, ребятушки. Я дикий нуб в танках, играю достаточно редко. Может быть, меня это промотивирует играть в танки чаще. Может быть, я там реально А, и какую-нибудь. кстати, это как бы первый день 2020 года, да? То есть Да. это были прошлогодние коробки, вы смотрели, а это новые коробки 2020 года. Не Да, было еще, мы еще это ж не такого не просто видели. так. Это повод, ребятушки, взять Да, 20 коробок 2020 года. да, и нажать лайк. Давайте я это попробую купить. Так, купить к покупке 29 евро. Ну, Елки-палки. это должно все сойти, звезды, все Да. двадцаточки должны Слушайте, все ну. упасть. Нубам и новичкам, как мне, должно вести, ребята. Потому, пожалуйста, не Да, знаю. если ты типа первый раз донатишь, там типа какие-то якобы слухи идут, да, типа ты вот без доната Добро играл, а пожаловать в тут ты решил нашу задонатить, то секту. там типа Обратного пути нереальное нету. везение с коробками Да, происходит. тут даже Чудеса. кто-то спонсорскую подписку оформил, и там у меня заставка начала кричать про добро пожаловать в секту. На стриме, ребят, попрошу вас, пожалуйста, не донатить. Вот, а то тут уже Фанни Вульф, пусть тебе выпадет все, что тебе нужно. Хотя в донатами, может быть, отобьем когда-нибудь. Ладно, к покупке. А что же мы выберем? Мы выберем PayPal. Ребятушки, успешно купил 20 коробок. Твою ж дивизию. Я вот сейчас на телефоне посмотрю. У меня Я, деньги. кстати, такие же коробки. Деньги-то у меня отняли. Новогодние коробочки. Да, елки-палки. И что-то кто-то И все, сейчас донатит. где-нибудь пальцы скрещивай на больших пальцах ног. Воу-воу-воу, какая крутая заставочка. Тут что-то какой-то самолет летит, вот, Ну и... вот тебе большие коробки привезли. Ёлки-палки. Только звука не было, ну Так, чё. вот нажимай открыть коробку, давай по одной. Вот если пойдет наподобие такой же какой-то анимации, да, вот не обычное просто выпадение, а сейчас попрет какая-нибудь анимация Нет, с обычная. синим свечением. Нет, мне дали... Стой. Брелок от ключей защитника, серьезно? 250 голды и А ну 100... это фигурки на елку пятый уровень будут. А голды 250. Это минимум. Короче, фигня. Просто Синее свечение. Вот евро 80 просрали. 500 голды. 500 голды. Вот когда ты коробку открываешь, она должна синим подсвечиваться. Не Слушай, желтым, а 500 синим. голды вот так в игре сколько вообще стоит? 500 голды. Сейчас скажу тебе. Так. Купить. Ты можешь пока открывать. Сейчас Давай загрузится быстрее. следующую. Такая же фигня. 500 200. голды 110 рублей как раз и стоит. То есть это как сумма одной коробки. Я в минуса ухожу, короче. Ну. Три Подожди, что дня мне дали? према. 3 дня према. Ну. Подожди, сколько коробок? 16? Да. Ё, давай, давай. Надо, Чё? чтобы синенькая коробочка Надо была. было открывать 2009. Во, Вот! синяя! В 2019 надо было открывать. И. Ну, тунчик. Опа! Опа! Не, блядь, это 3D стиль тебе дали на ЯК-ПЗ-100. Эх, а была надежда, да, такая? А подожди, там что-то дали слот, там какой-то танчик
низкоуровневый должен быть. Трехмерный стиль. А нафиг мне этот трехмерный стиль? У меня этого-то танка нету. Ну, потом, типа, в дальнейшем. У меня тоже пока нет такого танка в дальнейшем. Подожди, вот, танчик ткни. Там танчик дали какой-то посередине. А, Британ Пантер, во, нормально, 6-й левел, прям танчик. Хотя бы, а, хотя бы. Мне дали все-таки танк. Да, там 6-й, но это низкоуровень, поэтому не было никакой анимации. Крутая, вот, а, ясно. Типа 3D стиль, был... либо 8-й левел танка, тогда идет вот, ну, эта анимация. У меня будет хотя бы какой-то прям танк, елки-палки. Ладно, идем дальше. Открыть следующее. Ну, фигня. Ну как, фигня? Там может быть даже 1250. Подожди, стой, что это? А, ну это типа это украшение. Да, это все игрушки. Это... 500 голды норм это. Давай открываем следующую. То же самое. 250 500 голды. 500 тысяч серебра еще. Две пятерки выпало. Ну-ка. О, синяя! Ну, давай! Давай, больше! И? А опять 3D стиль на десятку на Т-110-4. Ну кому? Вот это прикольный стиль, мне нравится. Ну да, как бы просто танка нету, а так да, прикольный. Сука. А там тоже еще танчик дали, если что, низкоуровней какой-то. Так, раз продолжить. Вот, танчик наведи. Пятый уровень. Элитный средний танк. Окей, его даже посмотреть, кликнуть нельзя. Ну окей, давай открыть следующую. 12, потом в ангаре, 12 потом. Коробок осталось. А тебе выпадал, да, там 8 уровня? Да, мне Е75 ТС выпал. Елки-палки. Ну один давай дальше. Уровень. Мне тоже одна восьмерка только упала. У тебя еще как бы есть надежда еще. 12 окей, коробок. Давай дальше. Ну, как бы понятно. Тебе еще как бы видишь, фартит, что вместе с 3D стилем тебе низкопремиумный танчик падает. Давай, далее. Ну, что-то у меня не будет 7000 голды, как у тебя. Да подожди. Если все. Повторка выпадет прям танка, он конвертируется в голду. А, да? Да. Один танковый премиум аккаунт. Ну, это все по минималке упало. Давай. Девятая коробка. Последняя. Ну? 50 голды. 8 мало. Коробок осталось, ребята. Давайте, не знаю, ставим лайки. Лайк повышает шанс выпадения, короче. Ну, хочется хоть один 8-й прем танк, ребят. У тебя сколько, один выпал? Да, у меня только один выпал. Ну? А ну чё, за 20-ку? Ну? Да! Тихо! Да, танчик да, едет, 8-й. Да. Вообще какой-нибудь топовый. Ну что? 75. Двухстволка! Да! Офигеть! Вот тебе фартанул! Ну, басу двухстволка, короче, выпала. Это чё? Вот это жесть, да? Я же говорил в начале видео, да? Но это не было. А это не попало в видео. Вот он, вытянул всё-таки эту двухстволку. Это типа... Ну, давай дальше. Давай, блин. Ты можешь, там кстати, там опытные пацаны, туда, танкисты, знаешь, там они карты выучили, одно, второе, третье. Там я смотрел, там чуваки по 200 коробок открывают, по 300, танчик вот этот, двухстволка им не падает. Им другие танки не нужны, им всем нужен, потому что это новый геймплей в танках, вот эти двухстволки. И вот тебе нормально. Короче, да, а мне, ну, басу, у которого руки из задницы растут в этих танках, который... Да ты там... еще там не разберешься с этой двухстволкой. Да, и... Как бы мне падают. Ребята, это опытные танкисты. Простите меня, пожалуйста. Реально, простите. Давай дальше. 7 коробок еще. Может, еще что-нибудь? Ну, еще можно один, да. Можно еще один. Давай. Прожетку бы тебе еще. Так, окей. Было бы шикарно. Нету синего. Какие-то украшения прикольные падают. Ну, это украшение. Ну, радует, что по одному дню вот эти вот премы премчики падают. Да, как раз, знаешь, там стрим запускаешь, и премчик взял на один день. Не, они у тебя уже, это уже у тебя все. А, это, а, вот так, ну тогда грустно. Да. Слушай, походу все. Три ящика, ребят, последних. Три коробки. Ну, три ящика последних осталось, ящик, ребята. Да. Три ящика осталось последних. Так, давайте, и тогда закончится наше веселое видео. Погнали. Ну синенькую.
Нет. Хотя бы голды побольше. 250. 250. Давай дальше. Ну. Это еще предпоследний одна. Сундук. И давай, ребятушки, последний. Сжали кулачки. Сжали кулачки. Полетели. Синенькую. Нет. Нет. Все, это была тогда. Это тогда была последняя синяя, короче. Ну, посмотри, сколько голды на аккаунте. Сейчас посмотрим, ребятушки. Закрыть. 6 тысяч голды. Почти 3 миллиона. То есть 1.5 миллиона 6. Плюсом серы. И... премов 10 дней, да, или сколько? И премов. Слушай, премиум... 10. Да, 10 дней премов. Слушай, ну как ты считаешь? Это более чем, да? Так ты двухстволку нажми на нее. Я сейчас ее ищу вообще. Вон, объект 703, вариант 2. Так, я еще ищу, ребята. Ребят, где она вообще? Вон, пролистал назад, туда. Вправо. А, вот она. Слушай, это какой вообще? Ну, у меня ее нету, если что. Это круто, это 8-й уровень. Ну что, наверное, на этом видосе будем, ребятушки, заканчивать. Вот, большущее спасибо тем, кто за меня болел. Вот, ну прям какое-то, наверное, чудо случилось. Короче, прям. Ну, теперь надо подсаживаться, да. По-любому. Короче, надо стримить почаще. Ради такого дела можешь запускать стрим. Три отметки, бери на этом танки и все, нагибай весь рандом. Почаще стримить, какие-то видосы снимать, учиться играть. Еще раз спасибо, кто болел, спасибо, кто поставил лайк и верил, что что-то получится выбить. Вот, всем, друзья, удачи. И пока. И Андрюхе спасибо за советы. Всего тоже. Всем удачи, всем пока-пока.